И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и это, да, снова Warface. Как бы я на него не бомбился, но альтернативы шутера у меня нету. Quake сегодня на сервер, так как тест, тестирование идет, сервер сегодня закрытый. Поэтому немножечко давайте пробежимся на... В Warface. Вот, все пушки, которые просто халявно дают, у меня позаканчивались, остались только стандартные. Вот, поэтому как бы будем смотреть, что, когда, где дальше будет. Вот, и... поиграем по дефолту, так сказать. Вот такие вот дела. Решил зайти за снайпера, пускай будет снайпер пока что. Тем более уже последний раз играл я на снайпере, это был с ВСС. Да, с ним был винторез, с винторезом именно, поэтому как бы посмотрим, что будет как. Конечно, с ним прикольно, не спорю, там зажал, все, пошел там, просто поубивал там, без заморочек. А здесь же немножечко позамороченнее, и играть против фаншотящих, это, конечно, будет очень тяжело лично мне. Ну, посмотрим, что будет дальше. Випка у меня закончилась, я такого випа использовал только дня 3. Ну, да и ладно, денег немножечко заработал, 51 000, немножко коробки покрутил, да и хватит, пожалуй. Конечно, хотел покрутить побольше, но слишком много желающих в этот момент, и крутить коробки, типа. Хорошая очередь, все дела. Ну, мы пошли в жопу. Деньги, как говорится, экономнее будет. Вот, поэтому... ну, давайте, что-то... побегаем, посмотрим, что, как, где будет. Вообще, ну, сколько я, получается? Наверное, с недельку уже не заходил в Warface. Посмотрим, что да как у меня со скиллухой. О, какой с недельку? Наверное, побольше. Да нет, наверное, уже недельки две получается, да, недельки две. У меня серии-то уже по Warface не выходят с недельку, а тут уже недельки две, значит. Ну ладно, давайте смотреть по дефолту, что я смогу сделать. Всех все стоит по дефолту. Выбрал самое лучшее из того, что есть, и посмотрим, что будет, да как будет. На Warface я бомбанулся последний раз, когда я играю, у меня просто игра вылетает. И все, после этого я даже не захотел в него заходить и так далее. Короче, просто я устал. Устал очень сильно и думаю, ну тебя в баню, короче. Вот, сейчас же посмотрим, что да когда где будет. Раунд начался. Команды сбалансированные. Блин, странная фигня. Хочу скатин туда. Оу! Летит гранатка. Как-то высоко. Да! Ну, про это я даже не додумался, что там тоже может быть. Что-то кто-то. Вот, поэтому как бы. Собственно, я этим и поплатился, то, что я даже не подумал об этом. Твою мать, что нажал? Что нажал? Сраный Ц, сраный Х. Просто на базе уже всех дербанят. Ну и да, вот это у меня тоже говно, меня раздражает. Я вспомнил еще, что меня бесит в этой долбанной игре. Вот, читаки. Да, огромное количество читаков. В том плане, что после того, как я увидел, как эти читы работают, то есть что... донаводка и так далее, я устал от этого. Да ладно, я не попал. Я два раза... Слушай... Да господи, да наконец-то! Вы прикалываете, что ли? Я вообще косоглазый идиот. Это мне повезло, что он по мне не стал стрелять. Ёб твою ж налево, вот я идиот. Так, есть чё? О, СВД. Да как так? Да, против фаншотчего я вообще ничего не могу сделать. Это 100%. То есть, стоит только появиться, сразу же меня убивают. Понятное дело. И тут без вариантов. Так. Давай посмотрим. Есть там кто, нет там кто. Ёпта, вышли налево-то дым.
Там кто-то пролетал? Не, это видел. Наверху никого. Да хорош толкать меня. Дай хоть по трубу постреляю. Да что за... Осел ты порылый. Господи. Твою мать, вот это мне гранатка пролетела красиво сейчас. О, fucking shit. Вот и нефиг. Дай пушку. Ёп, твою ж налево. Ё-моё. Пошли вон. Сраный дым, я через него ничего не вижу. А вы видите? Ну, я думаю, так же, как я. Граната. Угу. Это было весело. Блин! Оу, е! Я таки попал по нему все-таки. Блин, она еще не перезаряжается. Оу, тихо. Вверх. Вижу. Тихо, тихо, тихо. Да хорош толкаться, идиоты. А если я тебе пушку стрельну, ничего, да? Ну, хорошо. Опаньки! Подловил. Да, убил я уже его сверху. Чё вы очкуете? Твою мать! На снайпера сел. Козлина! Козлина! Я такую пушку всрал. Да и пошли уже по поднимусь. Да хорош! Опаньки. А теперь лови фашист гранату. Тьфу, наш, бляха, о, я гранату убил. Фак. Нифига себе, я тащу. Да блин, это наш! Воу, легче. Граната. Как говорится, парни, легче. Там никого пока что не вижу. Пока что не вижу. Так, погоди, у меня какой прицел? 5,5. Что-то мне кажется, как будто он слишком близко показывает. Ну, ладно. Сраный дым, ненавижу этот дым. Гранат. Дымовых гранат и так далее. Я сразу как слепой котенок. О, чувак, ты, короче, зря вылез. Я их там злил долго. Ну ты извини, я их там долго злил, поэтому они чутка захотели тебя убить. Ну, чем злил? Своим присутствием я там их злил. И не более. Тихо. Ей! Капиту... Чуй! Кто ты там? Капитанумчик. Господи, прости. Я бы твой ник даже не прочитал, если бы захотел. Нафига я перезаряжаюсь после одного выстрела? Ну ладно, окей, привычка. Дебильная. Фак! Слышь, капитанимчик? Козел. Ладно, 84, у меня прикольный это. Стата даже. Пока что. Вот это спасибочка. Вот это спасибочка. А, все уже. Переборчиком, да? Ну ладно. Жлобы долбаные. Лови фашист гранату. Минус. Ну, в смысле, не, в молоко. В молочко запустил. Гранаточку. Так, ну я смотрю, по верхам уже стараются не лазить, это хорошо. Точнее, я бы даже так сказал, они не успевают лазить, что замечательно. Это означает, наши хорошо играют на переднем фланге. Вот, ну а я с тылу пытаюсь что-то сделать.
Не, ну опять-таки же восьмерых убил, 4 раза только сдох, и значит я играю хорошо. Пускай не сильно хорошо, но все же получше, чем некоторые. В плане статистики убийств, смертей, на команду же это тоже влияет. Да, конечно, я убил мало, но я же и сдох меньше, соответственно, очков врагам дал меньше. Это хорошо. Мне пофигу на саму статистику, да, там типа сдох меньше, там все в таком духе, стата хорошая, там у меня статистика 2-0. Это, конечно, все фигня. Для меня самое главное — это статистика за бой. В том плане, чтобы я меньше, то есть, сделал фрагов больше, нежели сам стал фрагом. Да. Чё-то, короче, тут вообще какой-то полный заряд пошел. Йоу! Как он красиво подлетел. Воу! Граната пошла! Тихо, 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 гранатами аккуратно кидайтесь. Граната! Вот флешка была сейчас вообще в тему. Я здесь полежу. Ребята, я здесь полежу таки. Ой, вей. Ой, вей. Да я в ноги опять целюсь. Граната пошла. Ну, в смысле, если выбегу, то это будет прицел в ноги. Это уже глупость. Кидаю гранату. Да ладно, прикиньте, не ваншотнул. Ой, это инженер от одного пута не в тело. Отлично. Я теперь собственными глазами видел, как это работает. И как я несколько раз выживал. И помирал тоже примерно так же иногда. А так сквозное отверстие было конкретное прям. Так, слева, слева, слева. Я вижу. Все бочком. Здание. Так, там наш выстреливает. Так, секунду. Граната пошла! Так, на паузу нажал немножко там. Не то, что-то нажал. Так, ну и давайте следующий бой. Сразу. Теперь поиграем за инженера. Также по дефолту все. Кстати, я получил опыт и получил прицел для ПП. Он дает точность. Так что все замечательно. Увеличивает точность вершины прицеливания. Но, как мы уже прекрасно знаем, что он увеличивает и так. То есть сейчас вот делаем полоску по краю. Ставим любой другой прицел. А, нет, здесь чисто прицеливание. А, этот. Нет. Да, только в режим прицеливания. Ха, отлично. Ну, в целом мне в режим прицеливания нужен. Так и все равно, как дебил, зажал и пошел там валить, пытаться кого-то убить. Вот. Ничего умнее не придумал. Думал, на какую-нибудь другую карту зайти. Думаю, хотя, какая разница? Лучше командный бой. Тем более, карты немножечко подпривык уже. Как подпривык. К началу карты, не более, дальше-то я не бегал. Ну вот, и почему бы и именно здесь-то и не побегать? Посмотрим. Посмотрим, что получится делать на инженере. Кстати, сейчас я у меня в изучении приклад на ПП. Вот. Новый, ну, ручка, рукоять для ПП, именно она хорошая, уже лучше, и скоро для ПП я абсолютно все открою. Там, слушайте, я не помню, я лошадь, пламенгаз, есть он пламенгаз? У-у-у, так у меня одна ручка только осталась, прикольно, и я все комплектующие для ПП уже открою. Здорово, 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 мне это уже нравится. Осторожно, граната! Так. Воу, легче.
Это что там такое было? А это наш там стрелялся так. По-жесткому. Прицел мне нравится. Как он выглядит, очень даже сильно нравится. Оп, попал. Отлично. Не зря стрелял. О, fucking shit, моя же граната. Мина меня же рванула. Отлично, просто замечательно. Они проскакивают. Ненавижу вас, ублюдки. Воу! А вот это уже да. Нас жмут. Угу. Убийца убил, но... Нас жмут. Пока что нас жмут. Такс. Ну, это был первый заход. Посмотрим, что будет дальше. Но то, что я на своей мини рванул, это, конечно, да. Это еще что-то... Лошара! Нафига я на это оружие посмотрел? О, как давно я не играл по-нормальному, а? Господи. Да ты угораешь. Вот просто, я же слышал ее. Еще я не отбежал. Я прям слышу, как она мне под ноги... Хотя я не успел бы, все равно бы она рванула. Хоть пышется, хоть не пышется, я бы все равно бы не успел. Блин. 70% дамага нанес. Конечно, прикольно, но это не убил. А это означает, и... Убийство не засчитают. Это означает, я работаю в минус. Вау, легче. Нифига там он выруливает. Ой, это наш. Оу, yeah. Блин, написано двоих, я читаю лохи, думаю, чё, какой, где лохи? У них у кого-то, что ли, еще и желтым написано. А там двоих в подкате, что ли, было написано. А, я лошара, блин. Затащил хоть раз по-нормальному, а? Ну да, теперь наши жмут их. Просто начало какое-то было неудачное, да? Судя по всему. Да ладно! Сраная граната. Не надо отвлекаться на гранату. Ух, в баню. Ах, я не умею флешки кидать, так что... О чем идет речь? Да пошел ты! Своей флехой. Я его слышу! Еще я специально пострелял, думал, если увидит, то что сюда набежит. Нет, нифига не побежал. Не побежал. Блин, 4, вот, собственно, про что я говорил. Пока что я еще не работаю так, как нужно. В том плане, что... Вот, теперь уже как нужно работаю. Ну, в смысле, и не хорошо, и неплохо. Воу, легче. Снайперы долбаные. Попал. Какого фига? Нифига себе по мне прострочило. Вау, легче. Уя, я думал, не сработает, а? Отлично. Не, я туда не пойду, короче. Там что-то... О, спасибо. Фак. Я даже не заметил.
даже скажу больше, я даже не слышал. В этом вся проблема. Щит, факин, щит. Нифига себе, тут какое мочилово пошло. Уже фигово. Пошла жара. Давай отремонтирую. Давай отремонтирую. Давай, давай, тихо, 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 тихо. Фак, 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 фак. Паника, 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 долбаная паника. Черт побери. Паника. Ненавижу паниковать, но я еще тот паникер. Фак, да ладно, просто сразу в голову. Слышь, Олеся? Ты меня не беси. Я и так играю, как ничего. Наша еще живая. Что называется? Фу, блин, глаза заслезились. Не, ладно, чувак, ты стрелял как положено. Я вот что-то стрелял в пустоту. СС-ка. Нет, в СС-ке. Вот и лошара. Взял и пропустил! Фак, вообще-то фак! Это было здорово, я еще чуваков спас. Пошли все в жопу. Дайте похиляться немножечко. Дай починю, дай починю, дай починю. Отлично. Я еще и людям помогаю. Не могу. Хотя бы иногда что-то делать могу же. Че, у меня там фляха, да? Ну, фляха так фляха. Ёпта. Нифига себе я очканул. Вот он вылез у меня. Ай, да ладно, все-таки он... Тот, кто вылез, он меня и добил. Ладно. Ну, опять-таки же, в плюс один, хорошо, значит, у меня есть польза. Раз плюс один. Оу, oh, yeah. О! Месть! Ренч! В Квейке это называется ревенч. А вот это называется затащил. Да, как видите, даже на дефолте можно хоть что-то делать с такими кривыми руками, как у меня. 11 на 8 вполне неплохо. Это означает, я играл, убивал больше, чем... я сделал фрагов больше, чем враги на мне. Это хорошо. Помощь, конечно же, помощь, это всегда хорошо. А людям нужно помогать, особенно когда ты это можешь сделать. Ну и был такой момент, когда я просто наших спас. Они там уже махали-махали, я просто бам, все, и затащили. Все на этом все, в общем, было весело. Знаете, когда отдохнешь от игры немножко и перестаешь тебя бомбить, все очень даже весело. Все на этом все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.